Здравствуйте, друзья! С вами Пленкина Елена. Я хочу показать вам, как можно найти оригинал видео по его фрагменту. Вот мне в Одноклассниках попалось видео. Меня оно заинтересовало. И я теперь хочу найти его оригинал. Давайте рассуждать так. Каждое видео состоит из отдельных кадров. Каждый кадр – это одна картинка. Поэтому мы делаем скриншот любого кадра этого видео. Ставили. Сейчас уменьшим и обрежем. Выделить. Обрезать. Так, обрезали. Здесь сохраним. Сохранить как? Сохранить. Открываем проводник. Вот скриншот того видео. Копируем изображение. Идем в поисковик. Картинки. Ставить наш скриншот. Идет визуальный поиск. Вот, нашлась эта картиночка. Готово. Пророк Лазарев Сергей Николаевич. Как изображение, есть свой адрес. Смотрим в Ютубе. Тут не повезло. Смотрим дальше изображение. Мне говорили про одну супружескую пару, которые увлекались просмотром порнофильмов. Детей нет. Посмотрим еще. Теперь смотрим другие размеры изображения. На Ютубе. Так, видео удалено. Посмотрим, как называется это видео. Как замедлить время. Копировать, перейдем на Ютубе, ставить, найти. Вот это видео, которое нам надо. Я знаю, что у меня тенденция к вспышке. Вот у нас и то, что нам нужно было. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Пока-пока.